Каждый год из Архангельска целлюлозно-бумажным комбинатом Прибалтики отправляют около 1 000 000 тонн леса. Впрочем, до недавнего времени именно Архангельский лесной причал был узким местом сплавного конвейера. Все упиралось в погрузку. Разместить эти бревна в трюме все равно, что спички в коробке. Ровно положить их невозможно. Но оказывается, существует и другой метод погрузки – пакетами. Пакетоформирующая машина подбирает бревна, складывая их в ровный пучок, готовый к обвязке. Для обвязки используют не проволоку, а грузонесущие многооборотные стропы. Так надежнее и дешевле. Оборотные стропы снова возвращаются в порт. Стандартный вес пакета 12,5 тонн. Именно столько поднимает при полной нагрузке плавучий кран. На палубе и в трюмах пакет размещают по разным схемам, в зависимости от длины бревен. При любой раскладке судно загружается полностью. Перевозка леса пакетами – путь к реальной интенсификации работы Архангельского порта.